12-й фестиваль славянской культуры «Покровский перезвон» прошел в Петропавловске. На мероприятии выступили порядка 20 творческих коллективов области и города. Наша съемочная группа тоже приняла участие в большом празднике. Славянской культуры «Покровский перезвон» в областном центре проводят больше 10 лет. Каждый год это яркое мероприятие собирает десятки североказахстанцев. К тому же в этот раз повод собраться особенный. Данный фестиваль приурочен к встрече двух президентов, двух глав государств, это Нурсултана Абишевича Назарбаева и Владимира Владимировича Путина. И отрадно, что именно наш регион, наш город встречает таких почетных гостей. Прежде чем перейти к основной программе фестиваля, на сцену Дворца молодежи вышел настоятель собора святых апостолов Петра и Павла, протоиерей Сергий. Он поздравил жителей северного региона с покровом Пресвятой Богородицы. Покров Пречистой Владычицы нашей Богородицы распростирается над всеми детьми ее. Будем прибегать к ее благому покрову, и она нас, своих чад, будет охранять от врагов видимых и невидимых. Праздник символизирует встречу осени с зимой. В этот день православные ходят в церковь, собираются дома в кругу родных и близких. Снежок выпал, значит, зима рано наступит, хорошая будет зима. Должен быть или дождь, или снег обязательно в этот день. И сегодня настоящий покров, белый такой валил, снежочек. Это праздник очень радостный, веселый. Всем желаю удачи, здоровья, чтобы у всех было все как задумано. Гости вечера смогли насладиться трогательными и проникновенными музыкальными номерами. Их подготовили творческие коллективы города и области. Дарья Пшминцева, Михаил Казначеев, новости МТРК.